Группа гражданских активистов из Алматы отбывают тюремные сроки за сфальсифицированные обвинения. Они выходили на мирные митинги и выступали за политические перемены в стране. За несломимый дух его называют барабанщиком революции. Поздравляем Кайрата Клышева с освобождением из диктаторской тюрьмы. Наш герой-барабанщик смог выдержать давление режима и вернуться к своей семье. Халкым, сіздерге айтарым. Бізге дереу, тез демократия керек. Жерімізден айырыламыз, байлығымыздан айырыламыз. Конечно же, не без помощи и поддержки народа. Благодаря вашей финансовой поддержке, его семья и семьи многих других политзаключенных выживают в стране, где творится полный беспредел. Просим вас не прерывать эту нить благородного дела и продолжать финансово поддерживать гражданских активистов, политзаключенных и их семьи. В нашей поддержке большая сила и страх режима. Активисты! Активисты! Активисты!